Как посмотреть успешные каналы русских блогеров, которые делают видео для англоязычной аудитории? Вы эти каналы никогда, ну, очень редко вы их найдете. Почему? Потому что у многих людей есть желание вам напакостить, особенно у ваших конкурентов. И никто не показывает хорошие каналы, которые делает на вот ради заработка. Мы сделали школу видеоблогеров, чтобы показать свою экспертность. Мы сделали эти стримы, чтобы показать свою экспертность. Я вам отвечаю в прямом эфире на ваши вопросы просто, да, то есть и вы понимаете, что я в теме. Вы должны сначала мне поверить и убедиться в том, что я эксперт, и потом уже, скажем так, приходить в школу, приходить в нашу закрытую группу, да, вот. То же самое и с вашими платными каналами. Когда, вот давайте, то есть все время меняйте местами. Если вы делаете успешный канал на YouTube на английском языке, будете ли вы его афишировать, говорить: смотрите, нищеброды, пока вы делаете там эти русские каналы, я делаю русский канал, а еще я делаю вот канал там, допустим, про то, как приготовить кашу на английском языке, и вот, смотрите, сколько я зарабатываю, он успешен. Зачем? Завтра же умные люди, помните, у нас был этот, как его, стрим, где мы говорили, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Умные люди будут просто копировать ваш контент и делать его немножко лучше. Поэтому, ну, очень редко кто показывает, это показывают в основном те, кто уже что-то достигли. Те, кто, ну, то уже там лидеры,